В рамках проекта «Философия добрососедства» управляющая компания «Гусарская баллада» в апреле этого года провела экологический квест «Субботник». В нем участвовали 5 детских учреждений, расположенных на территории микрорайона. Каждый коллектив подготовил свой экопроект, который впоследствии представил публике. Центр поддержки материнства «Мамина помощь» реализовал проект игровой экоплощадки, открытие которой состоялось сегодня. В этом квесте участвовало очень много людей и организаций, ну и, конечно же, нам было тоже интересно в этом себя проявить. И мы решили сделать детскую площадку, которая бы, наверное, радовала не только детей взрослых, как есть вот, ну, по всей УКА, да, а именно маленьких, которым бы интересно было лазить по ней, что-то как-то, ну, что-то новое. Сотрудники центра придумали детский паровозик. Его изготовили из качественной натуральной древесины. Поэтому объект полностью безопасен для ребенка. Работа над проектом давалась довольно непросто. До тех пор, пока за дело не взялись активные папы. Управляющая компания «Гусарская баллада» оказала неоценимую поддержку с технической стороны. Управляющая компания «Гусарская баллада» и «Сумма технологий» в рамках нашего уникального проекта «Философия добрососедства» организовали детский экосубботник. Мы пригласили все детские дошкольные образовательные учреждения, которые находятся у нас в микрорайоне и не только просто в районе нашем, поучаствовать в этом субботнике. И организация «Мамина помощь» предложили нам проект «Экоплощадка». Мы благодарны им за участие в этом мероприятии. В организации «Мамина помощь» очень много активных и талантливых мам. Эмма – кондитер. В этот праздничный день она преподнесла детям сладкий подарок, испекла капкейки и предложила малышам их украсить. Также ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению игрушки-вертушки. Игрушку-вертушку мы делаем. Да? И что она из себя представляет? Ну, это такой кружочек, он на веревочке так вертится. Ну, тебе нравится? Интересно? Да. В микрорайоне «Гусарская баллада» появился еще один чудесный паровозик – цветочный. Главным помощником создания оригинальной клумбы выступил Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Местные жители благодарят всех причастных к реализации этой идеи. Теперь и во дворе порядок, и цветник радует жителей «Гусарской баллады». Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».